Но по поводу кредитования населения, значит, даже был затронут момент о снижении ставок, вот, то есть и для населения, и для предпринимательства. Малому бизнесу, скажем так, небольшой компании, которая только начинает свой путь, вот, скажем так, в бизнесе, практически, ну, очень сложно взять кредит. Вот. Когда мы начинали даже в 2009 году с компанией «Нортнефтегаз», получить кредит нам было в тот момент нереально. То есть по той причине, что финансовые показатели компании начинающие, они просто не позволяли это сделать. Вот. И на сегодняшний день, к сожалению, эта проблема присутствует. То есть не может предприниматель, зарегистрировав компанию, взять кредит. То есть любой крупный и небольшой банк требует, скажем так, хороших показателей, да, объема выручки, валовой, чистой прибыли. Вот. И, к сожалению, эта начинающая компания, вот, малый бизнес, не может это показать. Вот. И бизнес приходится делать на свои деньги.